Там у вас не остались? Да, но у него здесь. Там вот, сейчас скажу, диаграмма делает. Вот пятая диаграмма, вот она как в тексте, вот у себя, я там неправильно написал в лекции, вот как в тексте она правильно написала. Ну, в смысле, вот как в лекции. Выражение, что ли? Да. Но она нам не понадобилась, но на всякий случай. То есть пятая диаграмма, как в лекции. Так, ну ладно, значит, наша задача посчитать константу взаимодействия. Все сначала. Бумаги-то нету вот этой, которая это начало нет. Ну, это все, что было в прошлый раз. Нет, он ее говорил, вот здесь закончил. Ну, я не знаю, почему это происходит, только так это лечится. Так, ну давай здесь сочетать. Так, значит, чтобы вычислить константу взаимодействия, Вильсон рассмотрел это. Значит, корреляционную функцию для четырех спиновых оператов. Ну, вверх это все константы взаимодействия, так? Она определяется формально как значит, интеграл. Обрезание ножек, то есть он определил величину гамма 4.
вот эту четырехспиновую дифференциальную функцию. Так.
это закон преобразования каждого умножить предстоящего знаменателя. Все как бы подставляем, получаем, что гадочки от К не зависит. Значит, у нас, это можно сделать, не проверяя этого вычисления. Значит, у нас G от K, это не скажем. Приказ тренирующимся пунктом. Это не идет как единица на R. Ну, порядок R, это отклонение, это не порядок R, это C. Дальше, смотрите, у нас известна гамма поведения масштаба гамма 4. Зависимость от масштаба, это как S, D, значит, минус 4, плюс 2, это да.
Когда у нас масштабное преобразование, то какие делаются? Да, у нас, да. Значит. Икс на эс. То появление этого множественного веса мы можем объяснить появлением зависимости от времени. Дальше, учитывая, что эпсилон у нас параметр, это есть отклонение размерности от четверки, что это? Эпсилон. Дальше. Аномальную размерность мы вам с вами уже высчитывали в линейном изложении. Мы там показали, что эта величина проявляет количественный вес. Вот. Поэтому в линейном приближении Т можно положить рядом на нулю. Поэтому у нас можно считать, что гамма 4 зависит. Здесь уже явно вместо наборных параметров мы пишем зависимость от R. Гамма 4 от R будет зависеть от R. Ну и если это мало, значит это будет. Ну, теперь задача понятна становится. Надо посчитать следующим шагом. Мы посчитаем кутерию излучения гамма 4 явно. И потом сравним аналитические выражения. Гамма 4 мы с учетом взаимодействия не считаем. То есть понятно, да? То есть мы на этом этапе никаких вычислений не делали на самом деле. То есть все, что мы сделали, ввели определение усеченной четырехточной корреляционной функции с обрезанными ножками. Так? Потом посмотрели, как она масштабно преобразуется. Знание масштабного преобразования мы получили. Так позволяет установить зависимость от параметров. От зависимости от него. Почему? Потому что появлением такого масштабного преобразования мы связываем с изменением корреляционной длины в системе при изменении температуры.
позволяет установить связь координационной динамики с параметром модели R. Он тем самым установить аналитическую зависимость R на 4 R. Здесь рассуждение достаточно общего вида из скейтного закона. Теперь давайте посчитаем диаграмму способа диаграммы 4. Ну, нулевой порядок фигуры возмущения даст нам такое линия взаимодействия. Так, диаграмма. Я в конце буду чуть-чуть сохранять, чтобы как бы видно было вообще интересно. Ну, считается так, можете в качестве упражнения для нас взять. По теории возмущения там раскладываете, значит, читаете четырехточную координационную функцию, да, записываете, и считаете в нулевом порядке, значит, первым, потом в результате. В ответе все вырезаете внешние концы. И вот, грубо говоря, редкое взаимодействие вам будут отвечать гамма 4. Но я предполагаю, что как бы диаграмма это у вас учитывала. Что у нас? Здесь то же самое.
диаграмма.
стандартный прием степени кружения. Здесь очень важно как раз именно уметь внимательно сохранять, потому что по ней потом объединим константу. Так, ну это нас не интересует. Тут будет
16 в квадрате. Так. Тогда вот эта поправка мала, да, вот это замолится. Так, логарифм нуля бесконечность оставляем. Ну, это кабинет. Остается тогда. Это надо сравнить приближение, напоминаю, с thank you.
просто. Мама. Печатка любимая, сейчас я вспомню. Сейчас. Так. Сейчас ты пока напиши. Значит, здесь так, выносим одно У, да. Теперь будем делиться У. Здесь мы должны помнить, что у нас висманская точка пропорциональная. И все. Нельзя так механически переравнять.
слагаемый суд квадрат эпсилон. Поскольку получится, что будет квадрат, оценивается. Все. Так. Ну, получается, что тогда пропорционально такому. И, собственно, вот эта зависимость от двери Макфи отражается в этом факте. Тогда мы обнаружим. Собственно, этот вот результат и вывод всей стороны с помощью Бельца, он показал, как согласовать результаты эпсилонного изложения с какими-то, ну скажем, с номинальным изложением. То есть как получить формально значение технических индексов надо положить вот равно нужному значению. То есть это ввести на все. Так. То есть приемы, конечно, использовал крайне нетривиальные, то есть он как бы здесь нетривиальным моментом явилось то, что надо было догадаться определить значение константы взаимодействия через вычисление четырехточных редукционных функций. То есть это момент такой нетривиальный. И, ну, вообще, вот я сам какой-то вербицы гениальные глотал. То есть как-то догадывался, как правильно ответы получать, ну, вот, из каких-то физических соображений. Просто после него пытались люди делать это. Я вот сам разбираю. Пролетали на раз. То есть как бы пытаются угадать корреляционную функцию, чтобы определить критические показатели. Выпишут, но неправильно. Потом уже как бы поговорку вошло, что при появлении каких-то логарифмических слагаемых тысячу раз подумайте, прежде чем написать какой-то дополнительный критерий. Так. Сейчас еще последний момент. Вот. Видите, там уравнение 22. Да. Ага. Мы с вами на прошлом занятии получили выражение для этого, связав с его субквадратом. Собственно, у нас это и было основной задачей. У квадрат делить на 16 квадрат все в квадрате. Да, делить на 16 квадрат все в квадрате. Как ты заметил в квадрате? Я весь элемент в квадрате. 16 квадрат. Да. N пополам плюс 1. Здесь, да? Да. Все, да. Вот. То есть мы когда с вами проводили вычисления через корреляционную, парную корреляционную функцию, да, там мы вычисляли, теория возмещения у нас возникла, там мы использовали. Вот. Там, как поправки, помните, k логарифм k. Вот мы считали коэффициент перед k логарифм k, да, вот дал вот такую величину. Ну, а значение u мы подставляем через. Когда вы во дворе раскопали там
парковаться приходится там вообще там лес какая-то стоит. Все же дотянем. Значит, сейчас. Там используется тоже сэч, как для вычисления это, так, в отдельном сложении. А там одевается взаимодействие в диаграмму первого порядка. Вот здесь взаимодействие не одевается, а голые берутся. Вот. Способ вычисления несколько минут. Так, посмотрим реальную систему. Значит, наша размерность D3. Это вот за счет 3 часов. Ага. Где-то так, да. Ну, это считается хорошим согласием в теории деления. Поскольку, значит, реально магнитная система возможности по ней нет. Так, ну ладно, это я отдаю. Что-то как-то сегодня пустая была, больше нас занимает. Так, значит, меня на следующий день не будет, так? Вот. Мы потом сдвоим, как бы. Вот. Во вторник надо будет, вот вы данные, да? Да, это будет наверное. Да, наверное. Да. Ну давайте тогда на кафедру пойдем, да, там. Да, сейчас. Вам задачник, да, не задачник, ага. Покажу. Там задачи 6, наверное, западают, это сюда совершить. Ну в самом начале они простые, потому что. Ага. Ну а вам домашнее задание вывести диаграммы вот для четырехточной корреляционной функции. То есть покажите, что именно эти диаграммы воспроизводятся. Там по теореме Вика. Так, ну ладно. Так, эти лекции я могу. Все?